Привет всем, кому интересен ремонт. Сегодня у нас небольшая такая работка совсем. Это ручки переключения передач с автомат коробки с BMW. Вот эта накладочка, она покрыта металлом, и она начала облазить. И человек обрезает об нее кожу пальца. Он говорит, надо решить. Хотел обшить кожей, обойщики сказали, нельзя, иначе она сюда тогда по толщине не влезет. Вот, я говорю, давай-ка я тебе решу это путем гидрографии. Сделаем, ну, типа под карбон. Он говорит, а давай. Вот этим мы сейчас и займемся. Для начала снимем вот этот алюминий. Не алюминий, а металл, да? Вот. И покрасим спраем в черный цвет. Понятно, что маленькие детальки гораздо легче. То же самое, ждем минута полторы. Наносим активатор. С этой пленкой я больше работал, поэтому лучше знаю, сколько ей необходимо. Вот видите, как, насколько лучше получается. Но это еще и от качества пленки зависит. Осталось эту штучку только залакировать и все. Кстати, как раз в этот момент я крашу все остальное от этой ручки. Это именно та BMW, с которой ручка. Концентрируемся на этой накладочке. Красота. Ну и вот что у нас получилось. Вот такая симпатяшечка. Было жутко, стало красиво. Вставляется просто на свое место. Есть-то. Стоит на своем месте. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем удачи.